Хей, окей, с вами Шумки, мы продолжаем проходить, ну, уже, так сказать, на 100% игру под названием Гукамоле Super Turbo Edition, Champions Edition. Короче, оказывается, да, тут была все-таки плохая концовка, количество масок, я не знаю сколько, но у нас есть одна, ну, которая была, если мы убьем босса. Поэтому, я еще посмотрел на карте, у нас есть... Вот эта территория не найдена, я не знаю, что здесь. И у нас есть закрытая Эль Инферно. Она где-то это раскаленная пустыня, поэтому, ребят, мы идем в пустыню. Мы с вами, так сказать, поизучаем еще там, где мы не были. Так, мне вниз надо. Здесь у нас в шахте, если не ошибаюсь, был закрытая территория. Да инферно, вот. Ну, приветик. Наверное, ты гадаешь, что я делал в этой вонючей гуани пещеры. Ну, я просто случайно ищу искателя приключений вроде тебя. У меня к тебе деловое предложение, Лучичадор. Видишь, эту таинственную старую дверь. Никто толком не знает, куда она ведет. Но там произошло что-то ужасное. Она похожа на дверь в одно из секретных измерений, Чакмоль. Но это древнее место таинственной силы. Как мог так навредить такому месту? И почему пахнет дымом? И я думаю, что это только Угана. Неважно, кто знает верно. Там, наверное, происходит что-то интересное. Но чтобы побрести через такую магическую гальку, тебе точно понадобится спектральный динамит. Эта магическая взрывчатка довольно редкая. У меня? О, да, конечно, у меня есть одна шашка. И я не из тех, кто отправится в подобное место лично. Поэтому... Что скажешь, Лучард? Хочешь купить спектральную динамит и узнать, что лежит за древними вратами? Уйти с позором, купить. Приятно иметь с тобой дело. Прошу, окажи мне честь. Что? Ничего не произошло? Странно. Честно, я раньше не использовал магическую взрывчатку. Может, ты сделал все неправильно? И у нас есть с вами теперь портал, ребята, в Чакмоль. Нихера здесь буровая установка. Даже так. А, тут даже карта недоступна, ничего себе. Эль Инферно. Так, 0% у нас найдено. Целая новая локация. Я посмотрел, как заполучить способность фиолетовой этой. Ну, это по... моменту с прохождением, короче, все видите. Пока что просто идем, спускаемся вниз. Добро пожаловать в новый город, ребята. Blue Inferno. Ого, Лучадор? Как ты здесь оказался? Кто-нибудь... проверил твои документы. Огромная дыра в стене? Точно. Можешь поблагодарить за это Калаку. Ладно, теперь ты в Эль Инферно. Когда-то это Эль Диабло присматривал за этим местом, но со временем рассвета Калаки он пропал, и здесь сущий пандемониум. Понятно. Blue Inferno. Ну, если что, там заставочку сделаю. Это Диабло.
управляет этим местом с вершины той огромной башни. Я никогда не был выше третьего этажа, но слышал, что у него очень красивый офис. Это место в полной упадке, с тех пор, как Калака объединился с колдуньей и сбежал. Говорит, что хочешь про Эль Диабло, но при нем все было предсказуемо. Пытка кажется отстойными. Это вообще не весело. Я все слабее ощущаю себя Хароном. О, теперь у нас портал. Да, Devil Adventures Low Fire. Говорят, что Калака поднял армию из запасных косей, лежащих вокруг, поэтому скелеты, нападавшие на твой мир, марионетки, а не люди. Даже если бы они не уничтожили ваши системные запасы, а записи, это бы отбросило данные переписывания на много веков. Но задумался ли он о том, что творится? Это вряд ли. Эгоистично, верно? 6669. Ну чё, поехали, я думаю, тогда внутрь. В последнее время вокруг одно безумие. Я почти уверен, что он недавно видел пробегающего петуха. Может, это типа чей-то питомец? По-твоему, почему я такой высокий? Шар на цепи — довольно неплохая тренировка. Вода. Найс, воду. Калака не имел права поднимать здесь армию мертвых. Если бы Эль Диабло был здесь, то Калака бы проиграл. Ну, мы то с вами знаем. А это, ребята, ссылочка на картину с часами. Там, получается, расставившие часы. Я не помню, как картина называется. Но это, если что, пасхалочка. Ну, я не знаю, видели вот за вот это вот я имею в виду картину. Чёртова кнопка! Открывай эту дверь! Меня ждет работа! О, Лучидор, я просто изучал... Это лифт. Мой лифт, который сломался в мой офис, заполненный очень важными документами. Я только что вернулся из небольшого хиатуса в мире наверху и заметил крохотные предметы. Знаешь, забавно видеть тебя здесь, Лучидор. Невероятное совпадение. После того, как я помог тебе в таком затруднительном положении в пустыне, внезапно ты попал дальше в Эль Инферно. Блистая мышцами и накачанным телом. Кажется, будто это судьба, верно? Ладно, почему бы тебе не просто не отправиться в камеры пытки и рассказать, что получить? Что? Так. Я понятия не имею, куда ведут остальные двери. Я здесь не так уж давно. Но мы что знаем, кто ты на самом деле, слушай. Ага, это типа испытательный, да? Учитесь к цели, как можно быстрее. Бронза, золото, вперед. Золото. Испытание 2. Победи всех врагов и наберите лучшее комбо. Thank you.
Ох, зараза, он мне комбо сбил. Блин, мне надо, как я понимаю, все на золото выполнять. Ну, зараза. Ладно. Давайте потом... Давайте просто пока их попроходим. Испытание 3. Используйте окружающее для убийства неподобных врагов. Вот, целую минуту дают. Так, давай, давай, давай. Иди сюда быстрее, быстрее, быстрее. Так это последний был? Серьезно? Ладно. Тогда это был, вот это было легко. Да ёлки-палки. Все, найс. Золото. Испытание... Just give up. Сделай это. Используй... Ну, скорее всего, дуй, да? Не знаю. Ладно. Используйте точное уклонение для прохождения через шипы. Ну, ёлки-палки, давай, давай, давай. Легко. Ну, это, по идее, как первый этаж, как я понял. Не... Недавно заходил петух и начал кричать и хлопать крыльями. Мне пришлось криками выгнать его, чтобы вернуться к работе.
Давайте я сразу тогда и это сделаю. Ну блин, чтобы была хорошая комбо, мне надо костюм поменять. Я уже снова просрал. Я даже бронзу получил. Не золото, понимаете, а бронзу. Ну ладно. Давайте дальше погнали. Ну если что, я потом в соло этим займусь. Испытание. Так, переживите волны врагов как можно дольше. Если врагов на мосту будет слишком много, он рухнет. Мне главное просто на скорость, да, убивать? Да блин, я топки путаю! Но главное, что я выполнил. Интересно, там был этот еще больше. Но я очень долго выжил. Так, победи всех врагов без уклонения. Без уклонения. Ага. Окей. Okay.
Блядь! Ну, это не то, нет. Нет, нет. Надо переиграть. Бронза это... такое. Да, конечно, и сразу меня атаковали. Так, ладно. Это сложно. Сырзли. Полетели. Короче, надо постоянно о пол их бить, да и все. Мне хотя бы на серебро, понимаете? Это сделать и все. А чё, почему у меня счетчик обновился? Меня ж не ударили, ничего такого. Да. Я уже представил, как я буду на золото это играть. Но какого черта он снова сбросился? Без уклонения.
блядь. Это, понимаете, нужно просто заучить, где выходят враги. Просто их атаковать. Все, ладно, нормально. Ну здесь можно чисто за счет того, что ты с прокачанными. А подожди, я автоматически не могу уворачиваться. Так они сделали свойство, чтобы я по ошибке не нажал. На золото здесь можно легко выполнить. Главное, постоянно использовать суператаку. Так, испытание 7. Stay sharp. Прыгайте по подвижущим платформам и берегитесь до конца как можно быстрее. Бронза, окей. Я понял. Ну, вначале, да, лучше сделать так. Я пытаюсь молча это делать, чтобы... успеть. Все изи. Ну, это такого я не знаю. Испытание 8. Победи всех врагов, не используя особые приемы. Так, ну ворот у меня чисто нет... Ладно, бронза у меня зато есть уже. Найс. Ну ладно. В принципе, то, что от меня требовалось, я сделал, поэтому нормально. Мне хотя бы на серебро это все выполнить. Хотя бы на серебро. По моему рабочему месту бродят животные и лучадоры. И я понятия не имею, как жаловаться на это. Кому жаловаться на это. Испытание 9. Используйте особые приемы для избегания угроз и доберитесь до финиша. Thank you.
Мне хотя бы понять, куда мне идти. А тут зацепиться не за что. Я просто не могу понять. Как мне сделать так, чтобы у меня... Тут шипы! Что мне с шипами делать? Алло. Да он разбегается слишком быстро. Я понял. Ну там, походу, еще не финиш, да? Как тут можно зацепиться? О, боже, это ад. Ладно, давайте, да, я пока что лучше так, просто буду проходить. 10. Победи врагов, не используя блоки. Блоки? Какие блоки? В игре есть блок? А, захват имеется в виду. Да, я что-то... А я про способности забыл как-то. Именно в тот момент, когда меня нужно уже дать. ГГ.
Слишком запутываюсь. Можно сказать, ты уже игру прошел. Они издеваются. А я тупой! Я сделал 80! Все нормально. Норма, нормально. Сойдет. Вы слышите гул вдалеке? Испытание 11. Используйте особые приемы для движения по комнате портала. А, тут только золото можно получить. Тут без разницы же, да? Просто пройти. Так. Так. Смотрите. Раз. Блин. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Он не допрыгнул. Раз. Раз. Два. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Испытание 12. Сумейте пробраться через подвижные препятствия. Целую минуту дают. Почему он не прыгает вверх?
Вот и все. Ну, мне нужно, вы понимаете, хотя бы бронза. Ну, не бронза, а... Да ну нахуй. Ну ладно, хотя бы на серебро. Ага, сюда рано. Окей. Или только на кооперативный режим. Так, это у меня максимум. Короче, у меня почти все максимум, кроме режима, когда я захожу в супер режим. О! Мне нужно только еще золотые двери открыть. Ты не оставишь дверь открытой? Кондиционер сломан. Он всегда был сломан. Да, я знаю, что мы больше не должны работать на Эль Диабло. Мне просто его немного жаль. Сейчас я просто пишу все, что придет в голову. И жду, пока кто-нибудь заметит. Птица, птица, это синица. Синица, это птица, довольно хороший мотив. Раз теперь тиран Диабло покинул сцену, у меня гораздо больше времени на написание манифестов. Когда-нибудь эти овцы вокруг меня тоже очнутся. Нет дьявола, нет хозяевам. Эй, ты, пожалуйста, помоги мне. Ты можешь назвать мои действия по пунктикам? Пожалуйста, я просто хочу слиться воедине еще раз. Это было бы так давно. Наверное, мне нужно работать, но вместо этого я печатаю изображение дома. Зацени. Че? Это дымоход? С дымом? Это многообращающаяся техника живописи, ясно? Так, это у нас кали... О, вот, ребята, эта способность. Полимобомба. Если что, это, ребят, мы бомбы устанавливаем. Вот, благодаря этой способности, ребят, мы с вами можем сделать много чего. Так, ладно, давайте посмотрим еще дальше, что у нас есть здесь. Не бесит, конечно, всегда постоянно вот проход открывать, но без этого прохода мы не продвинемся так далеко. Блять, сколько здесь этих проходов? Давайте я хотя бы все посмотрю.
Короче, только 17. И все. Ладненько, давайте быстро еще пролетим. Ау. Так, здесь мы были. Так, не сюда. 13-е испытание. Победи сверх мощных врагов одним из их вымерли. Как я понял, они убивают с одного удара, да, всех? Да, они ваншотят. Все. Изи. Пойдем. Сколько мне там? 10, да, нужно золото. Испытание 14. Используйте козлиный бег и полет, чтобы добраться до конца. Бронза, да. Ага. Ага. Ну, мне кажется, здесь не так уж сложно. Мне это бесит. Что это было? Я понять не могу.
Вот что... Я понял. Я понял, в чем моя ошибка. Я вместо прыжка использую ворот. Да ё-моё. Немного не хватило, если бы я не падал много раз. В принципе, было бы намного быстрее. Так, используйте удары, особые приемы и броски, чтобы достать курицу к выходу. Переключите между измерениями, можно контролировать ее перемещение. Нихера себе. Ну, давайте просто хотя бы пройдем. Сложно. Очень... А, это сложно. Ну, это сложно еще попасть по платформе хотя бы. Ладно. Вот это будет сложно на золото выполнить. Золото, чтобы просто пройти.
давай, давай. Ё-моё. Ну. Давай, давай, быстрее. Давай обратно. Поехали. Хоп. 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 Побежали, 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 побежали. Да ё-моё. Все, изи, изи, золото изи. Напиточки, напиточки. А, котик, держись, это я знаю. Последнее испытание. Сражайтесь в пещере из арены. Найдите выход из как можно быстрее. Ну. Далее, далее, быстрее, 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 быстрее. Если что, придерживайся левой стороны. Ладно. Выше, выше, просто поднимаемся. Давай, давай, на выход, на выход. Манать. Давай, давай, кто там? Ну и какого черта, алло, я ж... Зелененький! Зелененький, блядь!
Ого, у меня уже 12 тысяч, нихера себе. Манать, мне 6 секунд не хватило. Ё-моё. Ну что, в принципе, я вам показал чисто испытания, какие меня ждут. Ну, так как мы уже получили способность курочки, мы с вами можем, ребята, все уже использовать. Так, все, мы приобрели все способности. Мне нужно еще 2 золотые монеты. К следующей серии я их найду. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.